Я вас пугать не собираюсь, потому что пятый класс – это всегда трудно. Переходный возраст, во-первых, потом, понимаете ли, безотцовщина. Они тут такое вытворяли с вашей предшественницей. Что, не выдержала? Не выдержала. Журнал. Пойдемте. Они ведь как рассуждают. Одного географа победили, значит, справятся и с вами. У них ведь, понимаете ли, это своя логика. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, вы мужчина. Во-вторых, фронтовик. Я на это очень рассчитываю. Да мне бы на это не хотелось рассчитывать, Ольга Герасимовна. Пойдемте, пойдемте, Иван Петрович. Сейчас познакомлю вас с коллегами, а завтра в класс. Иди, иди, иди. Ольга Герасимовна, простите, пожалуйста. Вот, полюбуйтесь. Ну что, Остапчук, когда ты отправишься в парикмахерскую? Не слышу ответа, Остапчук. Я там был. Когда был-то? Полгода назад? Завтра же отправляйся. Подстрижешься, покажешься Анне Петровне, она мне доложит. Ну, что ты стоишь? Ты иди, Остапчук. У тебя же урок. Какой у него урок? Английский. Ты готов к английскому, Остапчук? А чё к нему готовиться-то? Do you speak English? Чего? Ну, все понятно. Иди, Остапчук. Ну что, вы ничего без меня решить сами не можете. Я понимаю, конечно, но только при вас тихий такой. А без вас он упорен, как боярня Морозова. Извините, пожалуйста. Ну, скажите тоже, боярня Морозова. Идемте, Иван Петрович. Образуется при помощи суффиксов ЧИК, внимание, АБ, касается окружности в точке М и параллельно в точке Z. Почему вы усаживаетесь, когда нужно наоборот, по-моему, встать? Садитесь. Я ваш новый учитель географии и классный руководитель. Зовут меня Иван Петрович Игнатьев. А кто опрокинул парту? Как твоя фамилия? Варухин. А я тут при чем? Ну, а какой смысл был опрокидывать парту? А? Мы учились строить баррикады. С кем вы собирались сражаться на этих баррикадах? А? Садитесь. Баррикады. И с вашей смелостью сражаться на баррикадах. Сейчас сразу после звонка в классе будет произведен обыск. Садитесь. И предупреждаю, чтобы ни один человек не выходил из класса. Простите. Вы ко мне? Да. А вы кто такой? Я заведующий хозяйством местной школы.
Тушкин Николай Николаевич. А на каком основании вы собираетесь проводить повальный обыск? Да, понимаете, там на подоконнике эти в ящичке лежали ручки дверные, новые. Да и тут почти купил. Значит, розетки там и все, что в теле, все это куда-то уплыло. Что же это выходило? Я из своего кармана все дал. Нет, ни один человек не уйдет, пока я, так сказать, лично каждого обыщу. Вот что, товарищ Пучкин. Не Пучкин, а Пучкин Николай Николаевич. Вот что, извините, товарищ Пучкин, с сегодняшнего дня я отвечаю за этот класс, и обыскивать ребят я вам не позволю. Ни одного человека вы обыскивать не будете. А впредь я попросил бы вас не врываться в класс во время урока. Прошу выйти, у меня урок. А вы считаете, что у вас дисциплина в классе? Это ваше полное безобразие. Вон, парта опрокинута. В суете вы успели забыть, я напоминаю, меня зовут Иван Петрович, фамилия Игнатьев. Я ваш новый классный руководитель и новый учитель географии. Бранные слова, которые я произнес в ваш адрес, я не должен был произносить, в связи с этим прошу извинить меня. А теперь поговорим о географии. Догадываюсь, что не очень-то любите этот предмет, считаете его второстепенной, дисциплиной, даже третьестепенной. Должен сказать, что в вашем возрасте я тоже так думал. Мне казалось, так же, как и вам сейчас, география — это всего лишь перечень частей света, океанов, рек, озер, полезных ископаемых. Конечно, образованному человеку это все необходимо знать. Но это еще не настоящая география. Это всего лишь перечень названий географических, понятий, так сказать, каталог. Существует другая география. Люди, делавшие ее, преданно служившие ей, всегда были в седле. Плыли под парусами, надуваемыми веселыми и злыми ветрами. Их не пугали ни 60-градусные морозы, ни изнурительный зной пустынь. Вот такую географию я полюбил. Надеюсь, и вы ее полюбите. Вы же мужчины. А география, несмотря на то, что названа словом женского рода, все-таки наука мужская. Она помогает человеку не умозрительно, а ощутимо осознать свою нерасторжимую связь с Родиной. Свою причастность к миру, в котором не все белые пятна еще стерты, не все земли открыты, не все тайны разгаданы. Я родился в 1632 году в городе Йорке. В зажиточной семье иностранного происхождения. Отец мой, который был в то время уже стар, дал мне довольно сносное образование. Ну, в том объеме, в котором можно было получить это образование, воспитываясь дома и посещая городскую школу. Он прочил меня в юристы. Но я мечтал о морских путешествиях. Ни о чем не хотел больше знать. Страсть к морю так далеко увлекла меня, что я пошел против прямого запрещения отца. Пренебрег мольбами матери и советами друзей. В недобрый, видит Бог, час, 1 сентября 1651 года я сел на корабль моего приятеля. Не успел наш корабль выйти из устья Гундера, как поднялся ветер и начался сильный шторм. С каждой новой накатывавшейся на нас волной мне казалось, что она поглотит нас. Это кто вам сейчас рассказывал? Вы это рассказывали? Да не я, а Робинзон Крузо. А, правильно. Да, конечно, правильно. Именно он, герой моей самой любимой книги, рассказывал вам. Ну, а кто скажет, где, в каких странах побывал Робинзон? В Америке. А точнее? На острове. Да, 28 лет он прожил на острове. Берегов Америки, близ устья реки Ориноко. Ну, а где еще побывал? В Африке. Верно. Потом достиг Бразилии. А потом? Ну, потом, когда стал постарше.
Неужели никто не одолел вторую часть книги о Робинзоне? В Индии был, да? Верно. Ну и еще. Потом прославленный Робинзон побывал в Пиренеях, был на Мадагаскаре. Потом посетил Индию, Индокитай. Потом судьба забросила его в Китай и даже в нашу Сибирь, где он жил в городе Тобольске. Затем мой друг Робинзон, проведя около года в пути, прибыл в Архангельск. Вот представьте себе, Лондон 17 века и вдруг медвежий Архангельск. Да, так уж издавна повелось. Одни проводили свои дни в покое, у домашнего очага, боясь расстаться с насиженными местами. А других влекли неизведанные дороги, и ветер странствий бил им в лицо. Именно они, эти другие, и дали миру великих непосед, прославленных путешественников, первопроходцев, генуэзского капитана Кристоболя Колона, который приобрел себе всемирную известность под именем Христофора Колумба, испанского капитана Педро Фернандеса Кироса, предугадавшего существование Австралии и Антарктиды, Васко де Гама, наших прославленных соотечественников Семена Дежнева, Миклуха Маклая, Пржевальского. Да, не уважился. Ну что ж, продолжим в следующий раз. Завтра нам также будете рассказывать. Почему? Когда я вам, а когда и вы мне кое-что расскажете. Вы не думайте, мы Ольге Герасимовне скажем, что у нас так обозвали сукиными детьми. Ну что ж, спасибо, Говорухин. Значит, будем держать это глубочайшей тайне. Ну, как все-таки быть-то с дверными ручками, с выключателями, штабселями? Я этим не интересуюсь. Кто-нибудь интересуется? Витька. Какой они мне нужны? Захар. Ты что, больной, шарки за рульки заходит? Вот Витьки никто не брал. Сам, наверное, взял пропил, а на других утащихся валит. Ну, так-то не надо. Он взрослый человек, в отцы тебе годится. В отцы не годится. Мой отец с добровольцем ушел, на меня подорвался. А этот завязва желудка цепляет, отсиживается. Откуда же такие сведения? Разведка хорошо работает. Понятно. Вот если хотите что-нибудь узнать обо мне, обходитесь без разведки. Подойдите и спросите. Поняли? Ну, а идите. Иван Петрович, идемте. Идем, идем. Я же его не пускала, я же его за руку схватила. Ему нипочем, вломился. Зачем только такого в школе держат? С ребятами ужас до чего грубый, с подчиненным персоналом тоже. Вот уж нет, по-моему, Тучкин-Пучкин просто милейший человек. И напрасно ты его за белые руки хватал. О, да-да. Что скажешь? Ты уже меня просто спас. Ты что, не поняла, какое у меня было положение? Аховое. Полный класс гавриков, все мерзавцы жужжат, как тысячу пчел. Тут еще нервы сдали, сукиными детьми их обозвал. Тут же, конечно, решил, что ноги моей в школе больше не будет. Вдруг открывается дверь, входит этот нахал, этот спаситель. Дает мне возможность не только выплыть, но еще и заработать популярность. Дешевая, правда, популярность. Сейчас рассказал, тебе же самому противно стало. Но какой я тебя спрашиваю, из меня педагог? Знаешь пословицу, не в свои сани не садись. Это про меня. Thank you.
хотели еще в военкомат сходить. Были? Был. У них для меня один ответ. Ждите. Ждите. Ждите, ждите, ждите. Ты все там же, в общежитии? Там же. Ну ладно, пойдем. Угу. Сергей! Сережа! Вы меня? Простите, я обознался. Иван Петрович, что такое, а? Ну, что такое? Ничего-то. Ну, что такое случилось, Иван Петрович? Сошел с ума. Совсем уже сошел с ума. Ну, ничего. Милый вы мой, ничего. Пойдем, а? Пойдем отсюда. Пойдем домой. На прошлой неделе также во сне вскрикнула, а я как раз около двери стояла. Она спрашивает: Гена, так и твой сон не видел? Тетрадку не видела. А где она лежала? Ну что, слушай, Тамаркин, ты меня поражаешь. Если бы я знал, где она лежала, я бы тебя не спрашивал. Серая такая большая тетрадка. Ребята не могли взять? Может, со своими спутали? Сейчас я пошурую. Ну не надо. Ну куда ты? С ней не спутаешь. Она большая, серая, самодельная такая тетрадь. То мне такое слово в русском языке — пошурую. Ну как это нет? Что? Опять больно? Больно, больно. Костя, нужно немедленно к врачу. Немедленно. Ладно, сейчас пройдем. Легче уже. Тебе будет очень трудно со мной жить. С тех пор, как я начал писать повесть, я очень ревностно отношусь к выбору слов.
ты правильно. Если я чего буду неправильно говорить, так ты меня поправляй, я ничего не обижусь. А что в ней было-то, в этой тетради? Начало поезда, самое начало. Где я ее мог оставить? В поезде, что ли? Наверное, в поезде, когда разбирался в свое хозяйство. Там интересно, как человека убили, а часы на его руке продолжают идти. Первое, что он увидел, открыв глаза, глаза санитарки. Ее глаза были выразительные, утомительные. Нет, мне было лучше. Мне было значительно лучше. Я вспомнил, ну где я? Мы жили в поезде. Ну ничего, ладно, я вспомню. Вспомню, обязательно вспомню. Костя, спасибо тебе за Олечку. Не понимаю. Ну, за то, что мы Олечку в детский дом не отдали. Ты вчера ее взял, поцеловал, а я случайно подглядела. Так я ее раньше брал и целовал. Нет, раньше ты из-за меня брала, а вчера ты не видел. Взял. А я случайно подглядела. И вообще, ты стал совсем другой. Но война столько горя людям принесла, и так, как подумаешь, даже стыдно от нее счастье. Да перестань, что ты, дурочка. Что тебе ты счастье за дам досталось, что ли? Мало ты нахлебалась. Ну, другие женщины тоже по горлу нахлебались. Мужей ждали, не дождались. Нет, все-таки я, наверное, счастливо родилась. Что? Счастливой, говорю, родилась. Да, наверное, в поезде. Точно в поезде. Ну ладно, надо записать, что ли. Ну ладно. Слышь? Ну, сходи ты в парикмахерскую. Ну, я ж тебе плохого не посоветую. Ну, ну, не расстраивайся. Слышь, ну. Да ну. Ты вот что. Ты придешь, ты им скажи, баловался, мол, ножницами. Они тебя стригут, снимут по всей форме. Не пойду, я вообще в школу не пойду. А ее на улице под караулю, кирпичом поглажу, век помнить будет. Ну, уж это ты зарапортовался. Остапчук! Чего? Иди в класс. Не пойду. Анна Петровна сказала, чтоб ты немедленно вернулся. Кому говорю? Иди в класс. Не пойду я в ваш класс. Да погоди, погоди. Да куда побежал-то? Что такое? Что тут случилось-то? Принесла из дома ножницы, отхватила ему клок волос. Кто? Кому? Да это, Анна Петровна ваша. Мочонки этому. Учительница насильничает над ребенком. Что, прям взяла и отхватила? Прям так взяла и отхватила. Стоит вот, сама думаю, прям бы вошла бы в класс, щеткой бы, по башке бы ее, по глупой. Ну, прям понимаю, так подмывает. Понимаю, понимаю. Ты домой? Домой. Пойдем, провожу. Вы домой? Да нет, у меня через 10 минут педсовет. Только не надо, Иван Петрович, тут учителя ходят. Ходят, ну и пусть себе ходят на здоровье. Ну-ка, пойдем посмотрим зайчика. Где он, наш зайчик? Ну-ка, пошли. Пойдем, зайчика, посмотрим. Иди, иди, иди. Идем, отпусти ты его, отпусти. Я боюсь его отпускать. Он же сам не хочет идти. Захочет, аппетит приходит во время еды. Отпусти его, пожалуйста. Ладно, вот я отпущу. Только ты его позови тогда, ладно? Хорошо, ну-ка. Ну-ка, ну-ка Митя, давай мне зайчика сюда, давай мне. Давай, вот, молодец какой, вот как хорошо пошел-то, вот ты молодец, вот спасибо тебе, вот такой парень, а ты говорила, он военным у нас будет. Нет, не будет, не будет у нас больше в семье военных, правда, Митя? Правда, ну, ласточка. Что? Что?
Здравствуйте, Иван Петрович. Настя. Проходись, садись. Плохи мои дела, землячка. Насчет Сережи чего-нибудь? Нет. Понимаешь, затеял я звоном на педсовете. Без толку, конечно. Ты садись. Это милейшая Анна Петровна считает, что она абсолютно права. Зачем только такие учителя идут, которые детей не любят? Я ей говорю, это же насилие над человеком. Смотрит у меня квадратными глазами. А когда я сказал, что не грех был бы все-таки перед мальчиком-то извиниться, что тут началось? Знаешь, что еще нехорошо? Ну вот, приду я проводить урок в этот 6-й Б к Остапчуку. И что же, я ничего не скажу об этом? Не выражу своего отношения по поводу этой истории, что ли? Выходит, я согласен с этой тетенькой Анной Петровной. Ты понимаешь, что получается? И знаешь, о чем я подумал? Я вот возьму и скажу. Вот перед всеми скажу. Остапчук, тебя обидела учительница. И поскольку я сам педагог, я прошу у тебя прощения за нее. А? Ну, в общем, в этом роде что-то. Как ты считаешь? Ты вообще-то... Что? Да не надо бы вам это делать, Иван Петрович. И почему же не надо? Ну, учительница нехорошо поступила. Ну, а теперь вроде как вы ее перед всеми оскорбляете. Она, мол, плохая, а я хороший. Да, пожалуй. Одну грубость с другой грубостью не исправишь. Вот так вот. Явно с педагогикой у меня не получается ничего. Я тут давеча белье замочила. А сейчас пришла, гляжу, все выстирано. Одна только вот майка осталась. Не заметил, я ее выстирал. Вы, значит, сами стирали? Ну, сами, что же. И гладили сами? Ну, что ж тут особенное? Что, у меня рук нет, что ли, целые две, как видишь. Готовили тоже сами. Я зашла на кухню, открыла кастрюлю. А зачем же ты в кастрюле-то лазишь? Ахует, Иван Петрович, вы мне вроде намек делаете. Пошла, мол, Настя вон. И что тебе тут делать? Ну, выходит, что так. Денег ты с меня... За все это хозяйство не берешь, а на дармовщинку я не желаю. И вообще, сколько тебе можно со мной нянчиться? Ну, хорошо, со Степаном не получилось, с другим получится. И вообще, сколько можно разменивать свою жизнь на чужие постирушки? Какие же они мне чужие? Ну, тогда выходи замуж, что ли, за меня. Иван Петрович, для чего замуж-то предлагаете? В виде подачки, что ли? Деньгами не беру, так в ЗАГС поведете? Уходи, Настя, уходи.
Летит кто? Самолет. Что? А, летит что? Самолет, правильно. Плывет что? Что плывет? Лодка. А ты что подчеркнул? Кит. Кит, сам ты кит. А почему? Потому что у нее списалась тетрадки. У нее та же ошибка. Он не списывал. Да? Нет, я списал. Я беда. Я тебе запрещаю так говорить. Слушай, подожди, Генка, перепиши сейчас же задание. Оба перепишите. Проверил домашнее задание, вспомнил о школе. Пожалел, да? Догадался? О. Все мосты сожжены. Вернее сказать, погребены под грудой, так сказать, рукописных листов. Поезд выходит на финишную прямую. Опять будешь до ночи сидеть? Дорогая жена, да будет тебе известно, все начинающие графоманы, так же, как графоманы, опытные, делятся на две категории. Одни, которые изводят бумагу по утрам, жаворонки. И другие, которые трудятся тогда, когда все нормальные люди спят. Совы. Я сова. Да будет тебе известно, я сова. Придется тебе с этим смириться. Опаздываю. Такой рослый мужчина на шее такой маленькой женщины. Кошмар. Я тебе обещаю, когда руку примут, немедленно уйдешь из больницы, слышишь? Угу. С таким трудом устроиться на вторую ставку, уходить? Уйдешь как миленькая. Поглядим. Мне еще глядеть достаточно с тебя одной работы. Ну, Костя, ты не думай, мне же не трудно, я привыкла. Да, Марлин, человек привыкает и шачить, ко всему привыкает. Ты меня быстро отвыкнешь. Получу гонорар, буду богатым, как Рокфеллер. Ты меня вообще будешь дома сидеть. Ну, как ты дома? Ну, хотя бы несколько лет. Совсем без работы. Ты у меня кто? Ты у меня мать троих детей. Все, опаздываю. Что, не работа? Костя, умоляю, убери со стола. Тамаркин, да. Тамаркин. Осторожно, переходи дорогу. Это получится. Гораздо он дрыхнет. Маечка. Ну почему ты не хочешь так сделать? Ну хоть месяц могли бы пожить у моих. Тебе надо переменить обстановку. Отвлечься. Ну, нельзя же все время смотреть на это кресло. Выкинем на свалку и все дела. А зачем ты так? Ладно, Игорь, все, не будем об этом. Что ты принес? Угадай. Стоящие пирожные. Угу. Где достал? Не по карточкам. В коммерческом. Угу. Дорого. Тридцатка. За все? Нет, штука. Клер, Наполеон.
До войны. Вот. Маечка. Маечка, я тебя порадовать хотел. Ну что ж ты делаешь, мам? Я вот что подумала. Что несмотря ни на что, мы будем жить хорошо. Как раньше. Конечно. Конечно, Митька будет подрастать не по дням, а по часам. Что же ему еще остается делать? А мы? Что мы? Мы учиться будем. Оба. Ну, конечно, оба. Что ж ты думаешь, что я из тебя няньку хочу сделать? Кухарку? А жить на что будем? На две стипендии? А что? Постараемся на две стипендии. Ну, стипендий как раз хватит, чтобы купить пару раз вот такие пирожные. Ну, значит, я работать буду. Куда ты пойдешь работать? Тебя ведь только воевать научили. Ничего. Ничего, я найду работу. Ты будешь учиться. Мама освободит тебя от готовки. И за Митькой она присмотрит. Сама присмотрю. Что ж ты, маме не доверяешь, что ли? У Зои Сергеевны своих забот хватает. Ну. Садись. На работе ее называют Зоя Сергеевна. И ты так же. Я не буду называть ее мамой. Мама у меня была только одна. Ну, хорошо, хорошо. Ты называй ее как хочешь. Ешь пирожные. Гражданка Шевалдышева за С. Только не злись. Я не злюсь. Пожалуйста, будь с ней помягче. Мне кажется, что... Что? Нет, ничего. Нет, нет, ты говори. Ты как будто... Винишь ее в том, что она жива, а твоей мамы нет. Но она же не виновата в этом. Никого не виню. Ну тогда в чем же дело? Просто... Ты не думай, конечно, что я хочу настраивать тебя против твоей мамы. Это было бы бесчестно. Она хорошая женщина, но... Спасибо. Она не просто смотрит на меня, а всматривается. Не просто слушает, что я говорю, а вслушивается. И я чувствую, что у нее внутри какие-то весы, на которых она все время взвешивает. Стою я ее сын или не стою? И от этого я злюсь и, наверное, бываю грубовато с ней. Ты постарайся понять ее. И не будь так строга с ней. Я посмотрю еще на тебя, когда наш Митька женится. Ты чего это делаешь? Подожди! Извините, пожалуйста. Ребята, Серегу поймали! А ты чего это лицо закрываешь? Думаешь, я тебя что ли бить буду? Сроду я детей не била. Учительница что ли не пришла? Не пришла. Ну, одним не положено. Учительская знаешь где? Знаю. Вот сбегай в учительскую и скажи, что мол, учительница не пришла, чтобы замену прислали. Понял? Понял. Ну, беги. Ну-ка, сидите тихо. В коридор не выходить. Другим классом мешаете заниматься. Настя, а зуб на шкаф залез. Вот. А в учительской никого нет. Ну, заходи тогда. Давайте, давайте. Перестаньте кидаться. Хорошо, кого пулять видно. Тетенька, а вы его щеткой. А если скачу, тебе полосу... Я сказала, перестань. Щетку не для этого. Ну-ка, слезь. Вылез. А зачем, если за было? Софья Григорьевна заболела, урока нет. У меня к тебе дело есть секретное. Давай, слезь, скажу. Слушайте все.
Ну вот. Ты порядок можешь сделать? Могу. Я тебя назначаю командиром, а они твое боевое подразделение. Ты с командой, чтобы они все по своим местам сидели, и чтобы тихо было. Что зайдите? Может, придумаем что-нибудь в конце урока? Только падение тебя не послушают. Чего? Я с ним не хочу. Еще что-то лезешь. Дай мне красиво. Вот еще. Вот еще. Вот еще. Вот еще. Тихо. Руки спускай. Ну, успей ты садись. Хорошо. Вот хорошо. А что вам надо-то сдавали? Задавайся! Пример! Ну, сказать, хочет, надо руку поднять. Ну-ка, говори. Нам задавали писать на улице палочки. Нет. У вас, конечно, нет Нины Александры. Нет, я вообще ее сегодня не видел даже. Понятно. А вы, Иван Петрович, тоже, конечно, не видели ее сегодня. Что вы? А, нет, не видел. Понятно, понятно. А вам не кажется странным, что директор школы мечется теперь по всем кабинетам в поисках зауча? Не кажется вам это странным? Мальчики, вам что? Тетя Настя с нами позанималась, а больше ей некогда, ей надо полы мыть. А Софья Григорьевна не пришла. Вы из какого? Мы из первого. А кто это с вами позанимался, не поняла? Директор спрашивает. Кто с вами позанимался? Тетя Настя. Какая Настя? У нас нет преподавателя с таким именем. Это уборщица, не знаете, что ли? Уборщица Настя? Знаю. И она с вами позанималась? Позанималась. Ну и как же она с вами занималась? Это даже любопытно. Как? Домашнее задание проверила. Показала, как палочки писать. Нулики. Например, идет палочка, важничает, а навстречу ей нулик. А соединяться десятка получится. Прямо занимательная арифметика какая-то получается. Ну, спасибо, ребят, что поставили в известность. Идите, я вам кого-нибудь подошлю. Ну, идите, что же вы? Идите, идите, идите. Удивительно. Софья Григорьевна не является на урок и даже не считает нужным предупредить об этом никого. По телефону завучу не позвонила. Хотя, впрочем, как она и позвонит, когда ее днем с огнем не сыщешь. Да, удивительно. Уборщица проводит урок. Гляди, скоро тетя Маня, гардеробщица, тоже явится в класс и тоже проведет урок математики. Скажете тоже. Насчет педагогических возможностей тети Мани ничего сказать не могу, не знаю. Но мне кажется, что многие учителя принесли больше пользы в качестве гардеробщиков. Какая злая критика. Только позвольте узнать, кого вы персонально имеете в виду. Себя. Так что уж вроде это и не критика, а самокритика. Извините. А вам весело, да? Тоже мне. Оставив и место надежде, ты с собой.
же, как прежде, пахнет дымом твоих папирос. Без тебя, мой неверный и скрытный, опустевшая стынет кровать. Ах, мужчины, товар дефицитный, вас по карточкам надо давать. Ах, мужчины, товар дефицитный, вас по карточкам надо давать. Да-да. Я, кажется, не туда попал. Ну, это как сказать. Настя, здесь живет Овчинникова. А, вижу, здесь. Интересно, с чего это вы заключили? Да вот вещи ее. Ох, вы даже ее вещи знаете? Знаю. Что-то мне ваше лицо знакомо. Не знаете, где вы смогла видеть? Ну, уж вы сами об этом думаете. Да нигде вы меня не видели. Это видела, видела. У меня взгляд цепкий. Ну, посидите в моем обществе. Скучать не будете. Я вам романс спою. А, Настя, ты куда ушла? Ну, пошла к соседке. Козлика показать. Что показать? Ну, как мужчина, не поймите. Вам известно, что женщина носит юбки. Догадываюсь. Ну вот, а чтобы подшить низ этой юбки, надо применить стежок под названием козлик. Спасибо. Очень хорошо объяснили. Это учебник по арифметике. Я играю, а Настя под мою музыку задачки решает. Ну, так и живем. Понятно. А что, скоро она придет? Значит, вам нужна только Настя, да? И я вам ее не заменю. Вас как зовут? Да, имя у меня непримечательное. Зовут меня Клава. Простите, Клава, не можете заменить. Какая я бедная женщина. А как вас зовут? Иван Петрович. Мерси. Вот, Иван Петрович, до войны мужчин было много, и все мне оказывали внимание. А сейчас их стало мало, голубчиков. Так что совсем не хана пришла. И правильно мне цыганка сказала, прожить мне целый век в девках. Можно вопрос? Конечно. Как-то задумалась я над своей судьбой. В зеркало посмотрела, думаю, может, я уродка какая. Что меня ваш пол так обходит? И вижу, что нет. А вы вот как мужчина. Ну-ка вот скажите, какую вы оценку моей внешности даете? Только честно, честно, честно. Плюс или минус? Плюс. Мерси за жалость, которую я увидела в вашем взоре. Это я вас видела. Иван Петрович, ну скажите, почему так получается? Кто тебе нужен, тому на тебя наплевать. А кому ты нужна? Нужен тебе, как собаке, пятое колесо. Вот браслет, видите, да? Ухажер несчастный подарил. И ведь тратился. Ну, а к чему? Какой смысл? Я как была к нему хладна, так после этого подарка осталась неприступная. Вот вы поняли, да, что сердце у меня занято другим? Поняли? Хотите, вам роман спою на эту тему? Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки, нега во взоре, не обещают радости рая. Так говорил он, но... А портретик-то ваш, Иван Петрович. А я думаю, где вас видела. Вот так вот и получается. Так понравится мне мужчина. И сразу я узнаю, что он связан с другой. Ладно, зову, пойду Настю. Скажу, твой портрет пришел, ждется и не дождется. И учтите, не вернусь. Я своим счастливым подругам не помеха. Здравствуйте, Иван Петрович. Землячка. Здравствуй. Ну, что, все рассказал насчет козлика? Да. Болтуха эта, Клавка. Вы давно ждете? Да нет.
Да я тут не скучал. Она меня развлекала. На гитаре поиграла. Песенки попела. Браслет демонстрировал, который несчастный ухажер подарил. Сама купила на свои кровные. Вот так, да? Занятная у тебя подружка. В гости не зову. Сама приходит. Она выше этажом живет. Так, картина ясная, как говорит та же Клава. Ты бы гнала это чучело-то от себя. Уж вы скажете, как же я стану человека из своей комнаты гнать? Скажи на милость, зачем тебе случайный человек, который посягает на твое время, на твою душу? А мне чего с душой-то делать? Сундук я, что ли, прятать? Я смотрю, учиться надумала. Да вроде бы. Так целый день в школе крутишься, но раз и подумаешь, не грех бы. 8 классов невелика наука. Ну, это верно. Ну что ж, хорошее дело. А задачки я люблю решать. Я еще у нас в Левашовке по арифметике первая была. Так бьешься над которой-нибудь из них, ничего не понимаешь. А потом, как до сути дойдешь, легко сразу так, будто в голове электрическая лампочка зажгется. Вы что, плохо себя чувствуете? Почему ты так решила? Да гляжу, с лица вы спали, круги под глазами раньше не было. Что вы, Иван Петрович? В школе меня избегаешь. К нам приходишь сразу к Майке. А ко мне и глаз не кажешь. Зачем же так-то? Маечке, я могу хоть по хозяйству помочь. С Митей посидеть. А к вам для чего я пойду? Вы от меня, Иван Петрович, сами отказались. Нехорошо я тогда говорил, ты прости меня. Да не надо об этом. Ну так что ж, тебе обязательно стирать мне, готовить? Что, разве нельзя просто прийти в гости, посидеть? Вы на меня не обижайтесь, Иван Петрович. Но я так решила, лучше не приходить. Какого черта ты так глупо решаешь? Зачем фотографию мою повесила? Чем на фотографию-то глядеть? Лучше действительно уж выходил бы за меня замуж, я не знаю, вся. Вы мне... Что же, Иван Петрович, милостыню хотите подать? Не надо. Ты-то так точно знаешь, что надо, что не надо. А что надо? Ну что? Чтобы я в любви тебе признался. Слова всякие возвышенные произносил. Ты прости, но нет у меня этих слов. А что есть? Вы один, и я одна. Это есть. Это. Без тебя совсем плохо. Землячка совсем худая. Так бы взял, разбежался и головой об стенку. Сейчас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Елисеевы тут живут? Какие Елисеевы? Майя, Надежда Степановна. Надежда Степановна умерла. А у Маечки сейчас другая фамилия, Шевалдышева. Нет, Митенька, это не папа Игорь. Лежи спокойно, я сейчас. Простите, а вы-то кто будете? Солдат. Демобилизованный. Тут у вас когда-то Игнатьевы жили. Ну, почему жили-то? Они сейчас живут. А вы про кого говорите? Я имею в виду Игнатьева. Ну и я его имею в виду. И он жив? Иван Петрович? Жив, конечно. Господи. Радость-то какая. А я сразу не подумала, а потом вспомнила, что у Ивана Петровича сын пропал. Игорь рассказывал. Я Маечкина свекровь, Зоя Сергеевна меня зовут. Это значит, вы... Какая радость для Ивана Петровича-то. Да какая досада, их никого нет, ни его, ни ее. А он за бабушкой? С матерью со своей тут живет. Да с какой с матерью, с женой? С какой женой? С Настей. Да не сейчас, ни в коем случае. Он болен, вы подождите меня, я сейчас. Молодой человек? Молодой человек? Молодой человек, вы тут? Молодой человек? Молодой человек? От всех других украдкою, стирая слезы с глаз, читаю главы повести, написанной про нас. Я слышу голос матери, я вижу взгляд отца.
И продолжение следует, и главам нет конца. Нелегкая и строгая судьба досталась нам. То пополам с тревогами, то с горем пополам. Но мы от вьюги яростной не прятали лица. И продолжение следует, и книге нет конца. Чтоб никогда не знали мы лишений и обид, еще на свете многое нам сделать. Не всех.